Какой у тебя план? Сначала скажу про свой день рождения. Узнаем, чем мы займемся на вечеринке. И будем говорить очень медленно. Любимый мой. Потом, когда будет возможность, я скажу ему о своих чувствах. Дорогая, а ты не думаешь, что это слишком? А? Джансу, ну, может, лучше сказать ему об этом после дня рождения? Я и так долго ждала этого. Больше не могу терпеть. Ну, пойдем. Ладно, ладно, я тебя поддержу. Пропадает. Наверное, отошел по работе, скоро будет. Откуда мне знать, подруга? Он не мой парень. Я что, его девушка? Если бы я была его девушкой, он каждую минуту отчитывался бы передо мной. Да если бы он был твоим парнем, ты бы вообще отсюда не уходила. Целый день бы здесь была. Мы и так каждый день приходим. Что еще мне остается? Мне так его не хватает. Дорогая, я так хочу, чтобы вы были вместе. Обещаю, я помогу тебе, чем смогу. Я знаю. Ты мне так помогла набраться смелости. Я люблю тебя. Нихат, добро пожаловать. Закажешь что-нибудь? Ты же любишь кофе? Ты любишь кофе с сахаром, правильно? Вот видишь, я все помню. Что ты опять от меня хочешь? Сколько? 500 тысяч? Миллион? Мне прямо плакать хочется от твоей щедрости. За те деньги, что ты мне предлагаешь, мне даже дом здесь не купить. Сколько ты хочешь? Мне не нужны деньги. Что ты хочешь? Я вернулась, чтобы забрать то, что потеряла. Теперь я здесь, я вернулась в Турцию. Что потерянное? Ты хочешь вернуть обратно, ты же ничего не теряла. Тебя снова подводит память и внимательность. Ты снова недооцениваешь меня. Как я могу тебя недооценивать? Я прекрасно понимаю, сколько в тебе зла. Объясни мне, чего ты хочешь, и оставь нас, наконец, в покое. Я же сказала, я хочу вернуть то, что потеряла. Забирай тогда. Меня это каким боком касается? Мне нужна твоя помощь. Очень смешно. Ты последний человек в этом мире, кому бы я стал помогать? Ты решила разыграть меня? Похоже, этот разговор ни к чему не приведет. Оставлю тебя наедине с твоими мечтами. Как скажешь, Нихат. Я готова заплатить за свои ошибки прошлого. А ты готов? Что тебе нужно? Какая помощь тебе нужна? Еще лака? Нет, спасибо. Ну, как вам, госпожа Чагла? Мне нравится. Спасибо. Ай, аккуратнее. Простите. Чагла. Привет, дорогая. Рада увидеться. Ты просто бомба. Встречаетесь с Бураком? Да. И как у вас дела? Все хорошо. А как у тебя? Все по-старому. Как тебе новый отель? Чудесный. И открытие было отличным.
Все смотрели только на нас. А что там с девушкой Вулкана? Как она? Ее не было на открытии. Я же вроде рассказывала, что они расстались. Вулкану звонила Денис. Наверное, из-за этого они и расстались. Mm-hmm. Девушка красивая. Красивая? Ну, в смысле, по сравнению с Денис. Ну, это-то точно. Вот вы с Бураком отличная пара. А вот эта девушка Вулкану просто не ровня. Она вообще кто? Вот именно. В общем, я сразу поняла, что они расстанутся. Друзья, вы же знаете, что мы с Кураем только друзья и коллеги. Ну, конечно, друзья. Какие там друзья, если она из его трейлера часами не вылезает? Правда? Откуда ты знаешь? Я работала в этой команде. Ушла из-за ее противного характера. Да ну. Вот такая история. Ладно, я пойду, мои дела закончены. Пошли отсюда. Пойдем. Спасибо. Если Денис с этим парнем, зачем она звонила Вулкану? Ты что, не видела? Когда он увидел камеры, то сбежал и бросил Денис. Хм, может быть, они вовсе не вместе? Не слышала, что говорила визажистка? Курай расстался с ней, и поэтому она бегает за Вулканом, понимаешь? Я тоже так подумала. Это просто бомба. Ты сошла с ума? Ты просишь о невозможном. А я думаю, это возможно. Дать тебе один совет. Возвращайся обратно, откуда пришла. В следующий раз я не буду таким вежливым. Я не понимаю, почему ты не хочешь вернуться? Да мы пробовали, ничего не вышло. Знаешь, когда тебе разбивают сердце, снова довериться трудно. Нет, кузен, прости, не знаю. Я немного другого склада. Для меня главное получать удовольствие. Вот тогда я счастлив. Тебе тоже стоит попробовать, и никаких разбитых сердец не будет. Может, ты и прав. Я слишком серьезен. Возможно, именно поэтому она и не хотела быть со мной. Брат, мы еще молоды. У нас вся жизнь впереди. Не переживай ты так. Да холостяком быть здорово, правда? Ты смотри, у них реально какое-то шестое чувство, что ли? Будто она нас слышит. Привет, дорогая. Привет. Чем занимаешься? Мы с Вулканом сейчас только выехали из клуба. Какие планы у тебя? Может, пообедаем вместе? Можно. Поедим в заведении у барыша. Хорошо, тогда я буду ждать тебя там. Увидимся, хорошо. Пока. Пока. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.